Всем привет, друзья, с вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Europa Noir 6, 1914 год. Шестая миссия прохождения за Османскую империю, третья миссия за Крифию, так она так называется. Чем бы это ни было, никак не посмотрю в интернете, забываю. И, поскольку это дополнительная миссия, нам тут в награду идет какой-то симпотный молодой человек, не знаю, кто это, в панамке. Хотя бы род войск, надеюсь, это пехотинец, друзья, очень надеюсь, что это пехота. Потому что у нас уже три есть кавалериста, два из них золотых, три артиллериста, а вот пехота только одна. Ну и корабли я вообще не очень люблю. Пожалуйста, пусть это будет пехотинец. Вы это наверняка уже знаете, если проходили, а я еще не знаю. Для меня это загадка. Для меня это интрига. Я узнаю только после прохождения миссии, кто же это такой. Последние миссии мы проходили достаточно просто. Быстрее заданного срока, и надеюсь, что эта тенденция не остановится, и сейчас мы успеем пройти миссию за, допустим, ну, пусть 12 ходов. Вот, ставлю себе цель пройти за 12 ходов. Удержать 3, понятно. Отмена. Хотя, подожди, нет. И даже в таких миссиях можно пройти ее быстрее. Удержать 3 позиции в течение 15 ходов. Раз, два, три. Ну, я так понимаю, что здесь тоже у нас будет подлянка, да, какая-нибудь? После уничтожения войск. Оу! Австралийцы. Здрасте. Welcome. А почему у нас так мало войск? А, у нас вообще... Да ладно. Нам вообще город даже не дали. Ну, чего вы так усложняете? Ну, мне город нужен. Чего вы такие? Фу-фу-фу. Так, ладно, Гинденбург. Не распускай тут нюни. Сейчас все зарешаем. Смотрите. Сейчас все будет. Просто вот на мази. На изи просто их разнесем всех. Надеюсь. Ну, уж нет. Ну, сейчас пиздюлей получим и пойдем отсюда. Так, куда мне арту вести? Я не понимаю. Надеюсь, что противники будут по очереди нападать. Вначале вот отсюда, потом вот отсюда, потом вот отсюда. Если все одновременно, то можно выходить из битвы. Не надо. А что не все одновременно такое? У меня же мало войск. Что я должен сделать? Чего вас так много? Я не понимаю. Помогите. Так, 64. На! Получай, фашист, гранату. Правда, это не фашист, это не граната, но хрен с ним. Ладно, давайте начнем действовать поэтапно. Быстрее разберемся с австралийцами, быстрее поможем и остальным. Здесь город, в принципе, мы можем потерять, а вот центральный желательно не терять. Это кавалерист. Мы его получаем, нет? Хэри Сами Бэй. По-моему, вот это вот мы как раз-таки и его получим. Еще один кавалерист. Четвертый. Боже. Причем... Вот зачем столько кавалеристов, я не понимаю. То есть в миссиях можно использовать, ну, как правило, ну, не более 6 генералов. Ну, как правило. У меня уже есть 4 золотых генерала. 4? 2 кавалериста, 2 артиллериста. То есть еще 2 золотых я куплю, и вот нахрен мне здесь не золотой... Может, я ошибаюсь? Ладно, давайте помолчу, может, я ошибаюсь. Делаем ход. Ну, дайте нам хотя бы один город, я не знаю. Ну, что это такое? Я буду протестовать. Жаловаться в высшей инстанции. Так, тут противник есть. Дженераль. Опасный. Так, как мне тебя уничтожить? 43. Хм. 67. Сейчас центр потеряем. Потеряем центр, нам пиздец, мне кажется. Так, короче, Гинденбурга отвожу к центру, потому что я предчувствую здесь коллапс приближающийся. Пусть он хоть как-то что-то помогает, я не знаю. Если он может помочь, то пусть помогает. Стоп! Я это видел, друзья. Я это видел, я захватываю город. У нас хоть что-то сейчас появится. Отлично, наконец-то. 51. А, в упор можно гасить этого гада. Пиздец тебе. Так, можем улучшить город.
И что это нам даст? Мы сможем построить академию, но не сможем строить... Ну, не надо. Нам это не надо. Нам это не надо. Ну, хоть наймем сейчас кого-нибудь. Ладно. Так, поехали. Центр потеряли? Центр потеряли. Потеряли центр. Центр потеряли. Что же нам теперь, блин, делать? А, давайте конюшню захватим. Или не надо конюшню захватывать? Я не знаю. 64. 54. Закажем легкую пехоту. Сколько у нас доход? 25. Маловато. Попробуем атаковать его, нет? Давайте мольтки в атаку. О, это не дурно. А ты, пожалуй, стой, не двигайся. И нам нужно, получается, до 15-го хода сейчас город отвоевать у них каким-то образом. Ну, по идее, они не должны прорваться через союзную оборону. То есть нам нужно просто лишь прорваться через их оборону. Звучит достаточно просто. Звучит как нечто выполнимое. Тихо, не та кнопка. Я промазал. Все. Подкрепления готовы, собраны. В атаку. В атаку. Гасим генерала, потому что... Я думаю, вы понимаете, почему. Ну, потому что. Просто потому что. Так надо. Ой, неправильно походил. Не заметил. По-моему, мольтки моему пиздец. В скором времени произойдет. Чего так много? Если честно, глаза разбегаются, не понимаю, кого мне атаковать. 57. 9. 36. Да по артиллерии. Ой-ой-ой, нет. Тихо, я заметил. Я успел. Отстань. От моего города. 48. Черт, ну кроме того, что защищаться, нужно как бы еще и город захватить противника. А то все меньше и меньше. Союзники держатся, за них не переживаю. Хотя здесь генерал против... Оу, там генерал. Но у города, дай бог, 300 хп еще. Не так уж мало. Так, ладно. Я думаю, здесь мы справимся. Очень на это надеюсь. Я думаю, все оставшиеся силы нужно бросать на атаку. Скажем так. Назовем это красивым словом на атака. Да, пока держимся, нормально. Терпимо, скажем так. 77. 44. Полегче, уже 76. Что-то комиссию сложную-то, ну... Прекратите вы. Так, союзники заказали там отряд, отлично. Тридцать девять. Вынужден. Вынужден. Черт возьми.
Как мне до города добраться? Помогите. Так, может ополчение сюда отправить? Давайте, наверное, отправлю. Шансик. Это мой шансик. Первый, давайте арту перебросим сюда. Что там осталось у него? 32, это пулеметчик. Смогу пехоту его вынести? Не смогу. Блин. Реально не знаю, как правильно поступить. Давайте его кавалерии попробую. Отлично. Так, тогда ополчение... Блин, турки, пожалуйста, не подведите в последний момент. Умоляю вас. Ну, как бы еще не все. Ой. Секундочку. Минуточку. Так, 1891. Держимся! Сжать все, что у вас есть. И не отпускать. Сейчас затащим. Пожалуйста. Что-то я... Ладошки-то мокрые. Ладошки-то не обманешь. Получаем мы... Адмирала. Лучше бы кавалерист. Ясно. Получаем мы адмирала. Ура, товарищи. Я этому очень рад. Наконец-то закончились у нас эти злодраные оборонительные миссии. Надеюсь, дальше будет у нас как-то по это... Попроще. Хотя... Наоборот, было просто в начале кампании, а вот эта миссия была достаточно потной. Потому что мне пришлось использовать лечилки на 50%, как бы они у меня последние осталось. Вот что делать дальше, я не знаю. Посмотрим, как пойдет. Ладно. На этом все, друзья. Я всех благодарю за внимание. С вами был TeamPost. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и стримы, а также полезные ссылочки в описании под видео. Всем спасибо, всем пока и удачи.